остались одни. Ведро пока не идут. Намазал ореховым маслом бутылку. Мамку поймала, выкинул. А вот мышата. Короче, дебильная мышеловка. Не срабатывает вообще нифига. Они втроем налетели на это сало и херачат. Даже меня не боятся. Засранцы. Вы что, охерели что ли? Тушканы, блин. Вот наглые мыши-то, а. Ну, короче, наверное, завтра все попадают в ведро. Ну, ходят такие. Вон еще один. Вообще оборзевшие. Вы что, оборзели, что ли, дичи? А? Дичи. Чё ходите такие наглые-то? Охерели вообще уже. Давайте ко мне в карман. Я вас домой в кровать уложу. Собаки такие. Стремянкам носятся тут дикие мыши, дикие мышары. Короче, уже по двору везде ходят, вообще офигели. Мамки, видать, не стало, они не боятся даже. Иди сюда. Иди сюда, иди. Иди сюда, иди, говорю, сюда. Вот это тушканы. Короче, надо их изловить. Все. Короче, один опять вышел, жрет. Третий где-то тут носится. А второго я это... Короче, руками поймал за хвосты и кинул ведро уже. Он один носится там за аккумулятором где-то. Еще была одна мышка. Сама сегодня вылезла, падла. Вторая попалась. Кстати, офигенно эффективная мышеловка. Ну ладно, пусть бегает.